У меня бывший муж забрал обманным путем ребенка. Суды я проигрывала несколько судов. Органы опеки защищают бывшего мужа. Они вас? Как бы ко мне они поворачиваются спиной. А почему так суды-то к вам относятся? Вообще странно, да. У нас же принято считать, что суд всегда на стороне матери. Ну, как утверждает бывший муж Иван, что я бросила намеренно ребенка и уехала. Зачем это Иван, после того, как вы познакомились с ним, предложил вам заключить фиктивный брак? Иван предложил заключить фиктивный брак, сказав то, что у него большие проблемы на работе, и если у него будет заключен брак, то его не посадят. Когда у него прошел суд, и ему присудили штраф 50 тысяч и также выплату 800 тысяч в воинскую часть, мне сказали, что могут посмотреть на мое имущество, как на имущество жены. И поэтому мы пошли и подали на развод. А он проштрафился в воинской части, значит, он военный был, что ли? Да. И 800 тысяч – это растрата, что ли? Кража со склада была, в общем, как хищение имущества. Когда я забеременела, меня сразу положили на сохранение. Работала я на кирпичном заводе, и мне как бы, ну, пришлось уйти оттуда. Угу. Потом Иван затеял у нас в комнате ремонт. И началось «принеси то», принеси все, подержи вот здесь, там постой на носочках. И у меня начали отходить воды. 28 недель беременности. Не надо винить мужа, если ты овца безропотная. Делаешь все, что он говорит, и подвергаешь... Ты же не знаешь, какие у них были отношения, в каких условиях они жили? Лежала в барокамере. Потом его забрали в Ростов. Меня с ним не положили. Первый вопрос. Он пьющий? Нет. Не пьет. Дрался? Он как бы бить не бил, но мог... вытолкнуть, понятно, пихануть. Да. А работа у него была в Невинномысске? Да. То есть вы предлагали ему бросить работу и уехать к маме только потому, что вы не уживаетесь с сестрой с его? Да. Я должна была как бы поехать вперед, и они должны были приехать следом за мной. Какие проблемы-то? Ну, решить проблемы с работой. Вы найти должны были работу, да. Правильно? Я нашла работу. А ребенок где был? Ребенок остался с Иваном. А когда вы узнали, что был суд, и, по сути дела, ребенок... по суду живет с ним законно. Суд был после того, как меня вытолкали из квартиры. Вы были на суде? Да, так как Иван Владимирович начал отталкиваться на то, что у нас была договоренность, что я уеду, а ребенок пусть живет с папой здесь, папа пусть за ним смотрит, ухаживает за ним. А вы будете там деньги зарабатывать? Да, зарабатывать деньги и высылать. А почему ваш сын не называет маму мамой? А он знает, что такое мама? То есть он не знает, что такое мама? Абсолютно. Олесь сказал нам, что вы сначала склонили ее к фиктивному браку, потому что у вас были проблемы. Это правда? Ложь. А? Это ложь. Меня не хотели ставить на очередь на квартиру, потому что у меня не было никакой регистрации в этом городе. Ребенку было около года. Мы пошли в детскую поликлинику. И нам наша невролог, которая нас наблюдала, сказала, что есть подозрение на ДЦП. Мы поехали в Ростов, в областную. Там подтвердили этот диагноз. И мы вернулись в Невинномысск. И на следующий день Олеся уехала искать работу, потому что я в больнице лежать с Романом не могу, мне там скучно. Она уехала работать, но с целью того, чтобы я занимался лечением ребенка. Олеся, а почему вы плачете? Потому что я хочу, чтобы ребенок был со мной. Ему мама нужна, какой бы папа хороший не был. Скажите, пожалуйста, суд определил порядок общения или нет? Да. И что там написано? Мама как часто может видеть ребенка? 2 дня, 1 раз в 2 месяца и отпуск по желанию ребенка. Зачем ты обманываешь, что она кукушка, Ваня? Ну ты же ж ее выгнал. Дитё мне вечером звонит, плачет. Мама, что мне делать? Он меня выгнал. Но я не могу назвать хорошим отцом того, который здоровье исправляет, а душу калечит. У ребенка должна быть мать и отец. Без драк, без драк. Сережа, прекрати! В сторону. Вот ты считаешь, что это нормально было сзади сейчас ударить? Нет, я подошел. Нет, ты сзади ударил, козел. Сзади. Не очень хорошо, парень. Не очень ты сзади выступил. Так можно я спереди подойду? Не надо. Мне было очень странно, что, выиграв 3 суда, да, ее бывший муж вдруг согласился приехать в эту студию, чтобы еще раз прополоскать все это белье на публике. Он приехал не просто так. Он поставил нам условие, что мальчик будет показан врачам, для того, чтобы в дальнейшем мы могли помочь ему с этим ребенком. Что, собственно, и было сделано. Дети борются за ребенка.
Один взрослеет быстрее, потому что он оказался в такой ситуации, когда ему необходимо ухаживать за сыном. Другая так и не повзрослела. Мне кажется, если вмешалась какая-то третья сила, но у нас, к сожалению, третья сила только государство, да, ребенку было бы лучше.